жарко или холодно. Так, голосовой звонок. Музычка, все. Нет музычки больше. Музыка он. Да, а я хотела какого? А. Закрыть окно. Да, закрой окно. Из чего у меня был титул этого? Участник ЗБТ. Над головой написано. А у меня? У нас сейчас нихуя не будет, у нас нулевые аки. А, ты имеешь в виду, типа, что там ты был крутой, аккаунте, да. А тут теперь ты говно сраное. У меня там с крылышками такой ник, типа, где-то участник закрытого альфа-тестирования. Ну, теперь ты такой же, как и все, лох. Чмо. Ну да, да. Бля, вот это же сиськи тут. Блин, проблема, знаешь, в чем? Блин. Она долго грузится сейчас. Проблема в том... Нет, я не про то. Вот это? Блядь. Она загрузится. Да нет. Сначала... Окошко, блин. Вот играть. Все, я. Я говорю, проблема в том, что тут на мужчин скины тоже красивые есть. Я не робот. Блядь, лестница. Ты серьезно? Вот лестница, вот лестница, вот лестница. Хотя, наверное, все-таки девочку буду. Блин, я вообще не знаю, за кого играть. Это так сложно. Да, господи, да сколько можно меня проверять на интеллект? Блин, тут вареник видно, это пиздец. Охуенно. У меня стоит стрим 13+, нормально. Но они же не голые. Ну да, всего лишь трусы видно. Ну да, нормально. Это вполне себе вписывается в рамки транс плюс. Каждый миг твоей жизни танец, каждый твой танец воплощение жизни во всех красках. Славься, принесшая себя в жертву ради спасения короля. Славься, танцующая богиня. Ага. О, это я, кстати, там, на фоне. У меня Disturbed играет. Куда это я пошла, все? О, сейчас меня ебанют. Че говоришь? У меня Disturbed играет, говорю. Кто? Disturbed? Да. А, ты группу? А мне нельзя. У меня одно видео на ютубе уже забанили за музыку, мне так обидно. Ну, потому что мы весь стрим играли с музыкой. Ну, а так ты не выключила его. А я не знаю, как выключить. Ну, в смысле, как? Так и на стриме же не будет тогда музыки. Нет, ну, где Spotify? Где там есть метка Spotify. И ты туда назначаешь источник звука, и этот источник удаляется и нахуй из стрима, из записи. Так все правильно было. А я не поняла, что ты имеешь в виду. Ну, на это натро, во-первых, не работает. А, ну это на трово было? Да. Во-вторых, я записывала именно... Ну как записывала? Ну ты понимаешь. Я с браузера записывала. А там ничего не обрезается. А чё никто не здоровается? Всё, стримлю не на Twitch, всё, никого нет. Всё, обида. А ты везде кинула уведомления? Угу, даже в этом... Как называется... А сколько подписаны на notification on stream? Мало. Да похуй я everyone в клипе. Так, захваты карты сделаем. Я болею все равно, не веселый нахуй. Я, блядь, веселая. Видели, какая веселая? Я кверху ногами сижу. Так, звук надо вверх сделать. Жесть.
хочется в курятину поиграть. Где игра-то? Почему захват игры нет, не происходит? Вадик. А ты совместимость с Windows 10 ставишь? Я не знаю. Чего? Это не ролик. Кто? Я заметил. Я смотрела эту заставку уже, наверное, раз в 20-й. Как круто сделать. Вот я так и подумала. Ну ладно, окном заработало. Меня погладили. Чел прогрузился такой. Да кого играть-то? Не, у меня дворфик нравится, как выглядит. Маленькая версия. Подожди, немножко. А, мне не прогрузилось. Мне нравится. Ну, я поняла, почему тебе нравится. Ну, типа, смешно то, что, типа, я с собой играю. Как послушай, как звук, мне кажется, громковато, да? Да, громковато. Еб твою мать. Все лагает, пиздец, как я сворачиваю эту игру. Хуже, чем Skyrim. Хотя нет, Skyrim хуже. Вот так, наполовинку убирать. Думаю, нормально будет. Не знаю, нормально? А ты сегодня бегаешь как засуха. Что? Ты сможешь еще один скетч на скетче? Любенький. Ты имеешь в виду за деньги или бесплатно? За деньги. Ну так я тебе предлагала. Опять не отображается, блядь. Захват экрана теперь нет окна. Поломанная, блядь, игра. Так, надо... Так настройки надо открыть. Как тут вообще их открыть? Не, я имею в виду, на стриме не видно до сих пор. Я вижу. Why? Господи, она просто лагает из-за того, что сворачивается странно. Я просто свернула, чтобы звук, блин, потише сделать. Но он потише особо не стал, если честно. Делай еще потише. А, блядь. Вот в окне. А звук... Да подожди. Да хуй его знает. Алло. Алло.
Сколько ты поставил это, Максим? Да он не ставится, не пишет. А почему? Игра поломана. А что делать с этим? Вертикально. А. Это да. Попробую просто как-нибудь по-другому. Не знаю. Не знаю, все залагало. Ох уж эти корейские игры, ёб твою мать. Теперь там надо разобраться. Да он же только что захватывался. Он пишет уже на весь экран, но ему было так. Ну да, да. Я про это же и говорю. Точнее, молчу. Игра, дай поиграй. Опа. Не сворачивай. Громко. Потише вот настолько. Да. Угу. Наконец-то! Блин, мне нравится косичка. Да там у всех есть всякие шмотки. Я знаю. Кезоньки мне тоже нравятся. У них лапки прикольные. И ушки. Но, конечно, вот с этим, конечно, не сравняется, да. А чё с текстурами? У меня текстура поломалась, смотри, на лице. Оп, появилась. Да это прогрузки тут такие. Типа темные. Это чтоб не лагало. Даже в чате, конечно, спросить, за кого играть. А чё реально никого нет? Ладно, похуй. Вообще странно. А где, как посмотреть другую форму? А там на такую силу нажми, типа, такой кулак. Ну такая сила, конечно, мне нравится. А ты парня посмотри, там здоровый нахуй. Здоровый нахуй. Ну играть мы, конечно, за него не будем. А где физика хвостовая? Дай-ка дворфику маленькую посмотрю силу. А, у них нету, да, силы? Есть тоже робот. Слева только. А, тут. А. У них типа одинаково. Да-да, у них одинаково. Эльф и жопа рожденный. У них что там пассивки и активки, читаю внизу слева. Ну, скиллы у них есть особенные, они важные. Так сложно выбрать, я не могу.
Просто хумен. Нифига, у хуманов очко. Это европеец. А, ну да, там вообще все. Ебать, это вообще законно так делать? Корейщина. Я не против. А где мои голые мальчики? Что за броня мужская уродливая вообще? А там есть всякие костюмы? Прям какой-то фу. Как мальчик выглядит, эльфийчик. Только повернись сюда. Так там еще броню, когда выбираешь, она же разная на класс. Да? Какая? На какой класс? Уа, нихуя тут анимация. Я класс. Ну, вот нажми эльфа, например, и далее. Ой, блядь. Я забыла. Что? Звук игры добавить на стрим? Да при чем тут стрим? Да, я на стрим уже забила хуй в целом. А, ладно. Я свернулась. Тут можно мальчика-танцора сделать. Я свернулась случайно игру. И все, он опять не показывается? Не знаю. Могу развернуть. Нет, все, она вернулась назад, нормально. Ура. Тут стрельбу добавили, охуеть. Ты же помнишь, да, тут 160 классов? Ну, кого мне играть? Я не могу выбрать. Тут 160 классов еще. Я не могу выбрать. Слишком много выбора. Ты че, с ума сошла? Нет. Факт уже. Помогите. Не, ну вообще вот битва рождённая без своего вот этого усиленного скилла выглядит так себе на самом деле. Просто... Ну, они большие быки такие. Баба с рогами. Ну, ничего такая баба с рогами. Ну, я бы сказала, она как будто, блин, с обложки нафиг плейбоя. Ну, такая, да. Но это выглядит кринжовенько. Что мне делать, Владик? Что мне делать? Давайте кубик кинем. Кубик. Ну смотри. Чего? Вот право-восток. Еще надо, где мы будем играть. Вот Хорнийский союз, это вот справа. У них в основном пустыни и китайские, там, японские, корейские строения. А слева союзное, это чисто Европа, то есть европейские дома, там крепости всякого это такого. Это мне больше нравится. Вот эти платья там, ну вот прям Европа-Европа. А справа азиатская, там и вот как монголы есть, Фаре, это почти как, ну, Монголия. Там вот такое все пустынное, кочевники, знаешь, они выжженные все. Мне домики больше нравятся. Ну тут вот... Центральный город у хорнийцев это чисто китайский город или японский, что-то такое. А у Союза Нуи это прям огромный европейский крепость, город, в котором дохуя домов. Получается, мы играем за дворф. У эльфов получается этот в лесу начинаешь, и ты прям у них город лес, блядь. Ага. Ну, дворф это дворф. Хули с них взять. И чё? И чё? Можно потом будет другого выбрать, если не зашло или чё? Ну, тут класс любой можно, а вот именно раса, это вот тут важно расу выбрать. Да, блядь, как сложно! Я могу вообще взять, например, чела и прибежать в дворскую локацию. Ну, да. То есть ты ко мне придёшь, имеешь? Не, ну, да ты я... же хочешь за огромную хуйту играть. Ну, да, хотелось бы. Ну прикольно, чё, ебать, у него там хвост огромный. Власть огромная. Но мне не нравятся их локации ебаные, пустынные. Вот, да. Ну то, что мы их уже видели сотни раз. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па.
Ну ты выбирай, выбирай. Я не знаю, что выбрать. Я уже выбрал, что я не знаю, что выбрать. Ну все, я буду за мелкого, получается, играть. За дворфа? Да. Really? Да, хули делать? Все равно мне ничего не получается. За дворфа или за дворфиху? Ну, за маленькую дворфиху, конечно. Блин, я тоже тогда хочу. Ты что меня копируешь? Ну, блин, девочку хочу. Давайте надо. Ты чё? Жизнь не скинула охуенная. Сколько можно персонажей сделать? 4 максимум. Ну, то есть можно, в принципе, повыбирать еще потом будет. Ну, вообще, да. Ну, ебать, так что там... пошли, ебать. Ебать скины на нее. Тэнч, тэнч. Какая смешная хуйня. Но скины неплохие. Так. Нападение, выбор специализации. Коварство, нападение. Нападение это кто? Нападение это вар. Да, вижу, вижу. Если что, преследование это не всегда лучник. В преследовании берут всякие там, ну, рывки, всякое такое. Это именно преследование, то есть замедление. Тут именно стрела, написано, замедление. Что ты делаешь. Да-да-да, то есть вот ты прям написано. Коварство это, то есть инвиз и яды. Гнев это, то есть ты бафаешь себя гневом. Исцеление, исцеление, типа. Пуф-пиф-паф. Но стрельба и танец, я не знаю, что делать, если что. Я помню, я играл нападение, преследование, коварство, и это был чисто ассасин-убийца, которым я шотал типов, с инвиза выходил. Но мы же в Mass PvP не будем. Я так полагаю, мы оба потом коварство возьмем, оба. Ну, третий. Тут три специализации берешь. Ты сначала берешь нападение, например, потом там какой-нибудь гнев, а потом коварство. И тебе декбилд из этого составляешь. И это в любой момент можно поменять, так что похуй, можно все потестить. Да я просто смотрю. Хотя, фига у гнева костюмчик. А сколько бы ты взяла за мини-скетчевый стрип? Ну, то есть, где 4 кадра будут. Стрип? Ну, стрип, да, комикс маленький, одностраничный. Так, просто смотри, сколько у меня стоит, и умножь на 4. Лол. У меня же цены есть. Ты скажи ему вот цены. Как бы. Ну или сам. Ктищ, ктищ, ктищ. О, прикольненько. Конечно, в костюмчики тут вложились. Да там ты еще костюмов не видел. Уля. Это full body 15, это их 4 где-то будет. А чё танец делает, кроме как крутит голой жопой? Ну он по, вон справа вверху, эти почитай. Эта специализация покрытельствует Наима Дикарка, наделяющая божественным даром тасущая богиня, отдавшая жизнь за своего короля. Как танец вдохновляет, умертвляет или производит отступление. Так умение отписали сама заселить соратника, нести урон. Короче, баффер, да? Да-да-да, баффер. Понятно. Короче, я сейчас выбираю того, за кого мне хотелось прямо сейчас поиграть. Да? Да. Окей. Я это нормально, наверное, банально нападение возьму и все. Мечом все хуярить. Я люблю мечики. Вот, я так сказала. Сойдет мой выбор. Лицо. О боже, нет. А тут можно все настраивать.
Да. Вот тут есть мини, кстати, детские лица. Но это выглядит немного странно, как будто бы лицо взрослого человека на тело странно. Короче, непонятно смотрится. Но я хочу что-то среднее, что-то типа того, наверное. Вот я. Ля, это у меня всякие татушки можно прям сделать на коже. Да, там, да, все, можно. Типа выжженные. Прикольно, прикольно. Ну, нам, короче, 250 бачей торчит. Тут где 250 бачей торчит? У кого торчит? У меня торчит. У меня ничего не торчит. А где цвет волос? Почему цвет волос не меняется? Это типа, они всегда черные или что? А цвет волос? Нет, там справа, справа-справа. Вот у тебя цветовая палитра, а справа насыщенность. Я заметила, но я вот это выбрала. А, насыщенность. Да, еще справа там насыщенность. А-а-а. Он, короче, ладно, после стрима. Да. Так, что мы там? Что-то делаем? Я выбираю себе волос. Я помню, в начале преследование было очень сильным. Потому что там вот эта автострельба есть. Ну, так миленько. Ты нажимаешь кнопку, и она типа стреляет. Можешь на мне такой же парик? Я хочу такой парик себе. Прикольный. Что думаешь об этом? Парик такой, как, да. С огромными штуками? Да. Можно? Это чисто почти моя притча. Ну тут хилы, кстати, сильные. Сейчас скажешь, либо вот эту стандартную притчу, либо вон ту огромными косами. Но мне косы нравятся. Но они жопу ж не закрывают, нет? Нет. Это самое главное. Да. Давай, глазюки. Фу, это странно. Вообще любую форму можно сделать, типа. Единственное, что немного напрягает, что текстуры глаз плоские такие. Так, а что я хотел? А, копья теперь в исцеление? What the fuck? А где мистицизм? Погоди. А? Да не-не. Ты, кстати, волшебство сильное. Да тут все сильное, просто надо типа играть. Привет. Да нападение, наверное, ну, по стандарту. Оф. Ой, тут есть Игги Орл. Смотри, я бухая. Когда этот вебку заклепал. Тут можно жирненькую сделать, слышишь? Да. Да.
там в рельеф. Что происходит? Блин, как мне теперь обратно поставить? Тут можно куклу сделать. Прищур. А, смотри, какая ясочка хитрая. Я спизжу все твои вкусняшки. Жесть, это соска. Погоди, а где? Ему глаза разные стороны разъехать. Смотри. С ума сошла. Немножечко в кучку, может, взять будет такая немного дурная бегать. Дурнушка. Дурнушка — это другое слово, глупый. Да? Да, это значит... Ну и ладно. Страшное. Можно с вечно закрытыми глазами ходить. Да, тут вообще что-то прям выбора дохуя. Именно по лицу. Кто-то использовал столько выбора. Но с тобой кто-то менее закомплексованный, чем мы. Чисто слепой ниндзя. А где именно цвет глаз, вот это вот все? Ниже, ниже, дополнительно. Кожа, брови, цвет глаз. Там в глаза можно пуговицы вставить. Ясно. Шаринган можно, слышишь? Шаринган есть, без рогов. Да? Прям шаринган-шаринган. Прикольно. Боже, зря я это нажала. Теперь надо мне это все исправить. Смотри, это типа улыбка на один бок. Вот такая? Не, она типа крутая, смотри. Сейчас, кстати, популярно у ютуберов делать себе, ну, поворот рта, вот такой, типа, ну да, на да, бок. Я видел, там они, ну, вот это делают, как идиоты, ой, что. Наверное, это прикольно, но, рисунки и шрамы, о, можно клоуна наебало. Я просто в жизни так не делаю, так что зачем мне это надо? Ну да, да. Можно Джокера, слышишь, на лицо наебашить. Хуей, тут мейкапа. А, это губки. Ну давай.
татуировка. Пластырь на нос. Фу. Мерзость. Размер зубов может настроить. Я все. Что изменилось? Вея, если ты на размер зубов? Нет, прикус. Так... А, прикус. Такой же так кривой, это, наверное, как у да. меня. Открыть. Имя. Хуй. Давалка. Бледина. Имя, хуимя, да. Введите имя. Введите имя. Блин. Занято. Серьезно? О, можно на английском. Ну, Кокерсон. Серьезно? А, Кокерсон. Кокерсон. Как обычно. После того, как вы подтвердите выбранное имя, поменять его будет нельзя. Соболезную. Соболезную им, кто будет читать мой ник. Ой, ля какая. А так мы там в зимней локации вроде начнем, слушай. У тебя так... У меня Корн там играет, думаю, что за хуйня. Это нормально. Орёт мне муж. Ты только понял, как Корн звучит. Да. Ну, он типа... Мафайс! Мафайс! Да мне нравится. Может, ты на Twitch пойдешь, что-то никого тут нахуй. Вообще, да. А почему? А чё за хуйня? А Архейч вообще кто-то стримит на трова победить? Я не знаю. Ну тут вообще скучно, в чате никого. Архейч. 30 зрителей. Понял, принял. А на Твиче? Ладно. Ладно. 200 зрителей. Сильно больше. Ну, на 200 зрителей. Не, ну будет не один зритель, а два. Да. Ладно. Так уж и...